Всем привет, меня зовут Виктор, и это продолжение прохождения Assassin's Creed. И что сейчас будем делать? Чем, собственно говоря, сейчас займемся? Ну, давай. Тест на гражданство пройдем. Если, конечно, пройдем. Тест на гражданство. Нам же надо как-то это там... О, это этот опять там. Заговор Алексиос. Алкивит. Я так и знал, что ты передумаешь. Но, увы, сейчас не время для любви. Как жаль. Мне жаль прерывать наш разговор, Сократ. Но, думаю, ты наговорился за нас обоих. Я верю, твой род может не только болтать. Поговори с ним чуть дольше, и, возможно, обнаружишь искру знаний, что прячется за его утомительными ухаживаниями. Комплимент и укор в одном предложении. И вправду талант. Ты появился как раз вовремя. Мой друг по имени Сафан хочет стать гражданином Афин, и ему не помешает помощь. Фая. Каким образом помочь, что ему надо? И почему же именно моя? Подойдет любой мистий, но ты любимый. Нужно добавить его имя в один список. Слишком просто. Скажи, в чем подвох? Тебе придется проникнуть в Метраон, а вход туда запрещен, и вписать имя Сафана незаметно. Он хочет получить гражданство незаконно. Сказал бы сразу. В следующий раз так и сделаю. А чё, блядь? Сам не понял. Рядом с Агорой. Удачи. Всё. Давай. Пора вернуться к алкивиату. На мой вопрос, и у меня возник ещё один. А... Ещё один? В смысле? Мой любимый мистий. А когда я успел? Добрые вести. Мои любимые. Удалось? Я уже успел, оказывается. Имя Сафана теперь в списке граждан. Прекрасно! Я знал, ты тот мистик, что мне нужен. Что, тебе еще что надо? Имя моего друга в списке. Теперь я хочу попросить еще кое о чем. Если бы ты сказал раньше, я бы уже выполнил оба поручения. Быть может, но так мы видимся чаще. Скажи, что нужно делать. Голубок. К сожалению... Имя Сафана в списке не обеспечит ему гражданство. Нужен свидетель, который подтвердит его право. И чё? Чтобы им был я? Будь все так просто. Есть у меня кое-кто на примете. Великолепный мужчина по имени Перой. Я найду этого красавца. Отлично! Я знал, что ты поможешь. Пора найти Пероя. Обычно он где-то рядом с судом, к востоку от горы. И мне просто попросить? Перой должен сказать, что родители Сафана были из Афин. Тебе решать, как убедить его помочь. И чё... Ебать, указателя нету к нему, что ли? Так, свидетель где-то в Больших Афинах. Вот, Большие Афины. К северу от Афинского монетного двора. К северу. Ну, монетный двор вот получается, да? Ну, давай. Ну там же птичка его запалит. Орёль срисует его. Вот. Вот так-то. Вот и ты. Свидетель. А тут вот.
Лавка кузнеца. У тебя есть стекло? О, заебись. Скупаю стекло по всей Греции. Ну, убивать-то его нельзя, тогда он свидетельствовать не сможет. Это его Алкивиад считает красивым. Передай Диону. Больше ничего не дам. Хочет говорить? Пускай приходит сам. Я не по поводу долга. Так что тебе надо? Мне нужна твоя помощь. Точнее, не мне, одному человеку. То, что он не пришел сам, уже заставляет насторожиться. Не выебывайся. Тебе нужно подтвердить гражданство человека. Алкивиад сказал, что ты легко справишься. А, Алкивиад. Он настойчивый. И кому же я должен помочь? Его зовут Сафан. Сафан? Я его знаю. И не стану помогать. А я не знаю. Расскажи, в чем дело. А, наемники. Всегда остаются в неведении. Он предал своих людей ради денег. Удел Сафана смерть, а не гражданство. А, не кори себя. Ты не знал. Но теперь знаешь. Он не заслуживает права называться гражданином Афин. Я рад это слышать. Жаль только, что ты узнал обо всем так поздно. Ну, конечно, не будем мы нахуй предателя гражданином там. Ну, вообще, то есть за предателя чё-либо говорить. Ему. Этот Алкивиад, скотина, не сказал же, что тут с душком. Найду укрытие. Зачем? Не надо нам никакого нахуй укрытие искать. Не бреть. Смотрю, Сократ тоже. Как и ты, он не может без меня. Mm-hmm. Трудностей не было? Ферой отказался. Я согласен с его решением. Ясно. Сафан будет разочарован. Да и похеру. Ты опять не все мне рассказал. Мое терпение на исходе. Такие, как Сафан, заслуживают второй шанс. Не думал, что для тебя это так важно? Важно, важно. Позволь мне самому решать. Понимаю. Передам Сафану новости. Передавай. Плохие граждане вредят соседям, хорошие помогают, так? Но как понять, хороший это гражданин или нет, если мы не даем ему шанс? Люди не меняются настолько. Остаются ли деяния с человеком навсегда? Да. Если кто-то крадет меч у кузнеца, будет ли он злодеем до конца дней? Как можно предугадать чьи-то поступки? Прошлое влияет на поступки. Предсказуемость людей порой облегчает мне работу. Значит, военный преступник Сафан должен жить со своим прошлым без надежды на снисхождение. Отменяют ли хорошие поступки плохие? А плохие хорошие. Поговорим об этом в другой раз. Поговорим. Хвала богам. О том о сём. Поговорим, как мы с тобой живем. Так, чё? Куда теперь? Сюда? Свобода слова. Мы можем сюда. Так, телепортнуться.
каждом регионе есть свой предводитель. На досках объявлений есть контракты, предлагающие награды за их убийство. Кто бы сомневался. Ух ты ж. Ох, как мы. Как мы с тобой. Стена-то падаем. Здорово. Это пародия, собачонка. Ёптать, опять здесь Сократ. Перешел все границы, Сократ. Перикл отдал Афинам всего себя, а Гермип воспевает Клеона. Аристофан, разве ты не поступал так же с Гермипом? Как ты смеешь сравнивать меня с ним? Его пьесы смехотворны. Я могу написать такое за день, даже напившись. Мои же для умных зрителей. Да. Которых ты ругаешь, стоит им что-то не понять. Осторожно, Сократ. Ты ведь можешь стать персонажем моей пьесы. Ты тоже считаешь, что Гермип волен говорить, что хочет? Это лишь слова. Гермип может говорить все, что хочет. Что бы он ни сказал? А если бы он всю жизнь клеветал на тебя, не только здесь, но по всей Греции? Он вправе говорить, а я вправе убить его. Даже если говорить позволено, ты все равно в ответе за свои слова. Занятные мысли, не так ли? Если тебе так мешает Гермип, почему бы тебе не начать действовать? Я хотел, но не смог разыскать его. Может, ты попробуешь? Давай. Давай. Вряд ли Гермипа так трудно найти. Я тоже так думал. Возможно, он прячется. Я найду Гермипа, где бы он ни был. Я надеюсь, начать поиски стоит с его дома. В северной части Больших Афин. Я там, оказывается, уже шерстил. А я Гермипа еще случайно не убивал? Уже не помню, тут, блядь, столько всего поуэтовал. Так, сейчас мы тогда... Там же мы же мимо доски объявлений сейчас. Он же сейчас мимо доски объявлений у меня побежит. Ну, кстати... Опа. Это где, блядь? Сюда? Где, блядь, капитана убить какого? Где ты? Нужно действовать осторожно. Сюда? А, дом собрания. Ну, блядь, обязательно. Обязательно надо, обязательно. Это-то да. Так, а чё, где сокровища? Все. Так, подожди, я вообще туда пришел, нет? Афинский монетный двор. Монетный двор. Все. Полежи.
Отдохни. О! Наемничек. Слазь. Бля, я не понял, а где мне там надо было чё найти-то, ёптать? А? Ну, до монетного двора. Я его просто не понял, мне высветилось, что там надо было что-то убить кого-то и найти что-то. А кого надо было убить, что надо было найти? Какая-то херня. Гордая грива. Дар Кия. Гордая грива. Львенок. Львенок. Заберу твои пожитки. Я ж... Ну вот, блядь, вот это вот, что такое? Где? А, вот здесь, что ли? А я-то откуда знал, что здесь есть кого убивать? А финский монетный двор. Ладно, пойдем этого дом еще разок бомбанем. Еще разок. Похоже, Гермипа здесь нет. Надо бы осмотреться. А где он тогда есть? А мы сейчас там улики будем искать, да? Так, 81-й, но это жесткий. О, боязнь стрел. Хорошо. Очистить море. Ну вот, вот эти вот такие вот задания буду брать. Которые на стекло. Вас не должны узнать. Ёпта, ёмаш. И чё это, как? Как это меня? Как мне тут тогда прятаться надо, чтоб меня не узнали, блин? Слышь, а чё, тут сокровищ не осталось, да? Не, ну тогда я их нахуй всех убью просто. Тихоридзе, да? Блять, ну втихаря-то будет сложновато убить. А, ну вот тут какая-то. Есть какая-то это. Похоже, Клеон делал пометки в пьесе Гермипа. Все мы писатели. Thank you.
Блин, ну этого же я... Мне не получится, наверное, с одного удара-то убить, да? А если они меня узнают? Давай вот так. Все. Все, да? Чудненько. Разобрались. Еще что нашли? Да ёпты, ты чё, разучился лазить? А? Маска культа космоса. Значит, Гермип один из них. Опа! Найс. То, что надо. То, что надо прям. Много денег для такого, как Гермип. Вот откуда вся эта роскошь. Вернуться к Аристофану. Отлично. Привет, собачка. А что, вас нельзя гладить, да? Прикольно было, если можно было погладить собачку. Вот почему собачку гладить нельзя? Это ж неправильно. А я его не убил еще, этого Гермипа-то вообще, ёптать. Может, я уже убил его? А? Я уже и не помню просто. Не, если я не убил, то это отлично, потому что это... А хотя что, мне сейчас надо их всех убить, чтобы копье шестое сделать. Я не смог найти Гермипа, но кое-что разузнал. Он состоит в культе космоса. Теперь понятно, почему он нашел общий язык с Клеоном. Гермипу и культу выгодно запятнать имя и убеждение Перикла, полагаю. От Гермипа одни неприятности. Все еще думаешь, он волен говорить, что хочет? Я не знаю, что думаю и что знаю. Да, ты заслуживаешь пьесы. Точно. Какой правитель станет прятаться Гермип. За своими стенами? Какой? Пошли не огонь, бурю, болезнь, но соверши правосудие. Где ты? Вот он ты, да? Гермипище. Ну что, Гермипище? Сейчас мы тебя придем убивать. Так, а здесь что тут? А, ну тут 2000 этих предложат мне, да?
2000 предложат монеток. Чё тебе надо? Может, тебе бабла просто дать надо? Бабла дать, может? Тебя это не радует? Боги свое получат, но сейчас надо помогать людям. Так поделись с ними. О да, я хочу отнести кое-что местной повитухе. Но солдаты решили наказать меня за это кощунство. Поручаешь доставку мне? Да, все правильно. Доставь ей и поскорее. Я возьмусь за это. Наша встреча была предначертана. Конечно, это конечно. Всё. Конечно, была предначертана. Спать, это какого уровня наемничек ползет? Драться можно с ним? Не, это 94-й. Драться можно, но опасно. Смертельно опасно. Он что, блядь, один здесь такой ходит? Это 94 уровня собака это ходит. И чё она трётся-то все вокруг, около меня-то, ёпты? Чё ей надо? Этому 94 уровню. Куда ни пойдешь, везде она там, блядь, везде. На. Передала тебе это. Спасибо, Мисти. Вот, это тебе. Спасибо. Бля, ну я бы и без опыта бы обошелся, ничего страшного. Подумаешь, не дали бы мне 23 тысячи опыта, я не огорчился. Сейчас как-то я не стремлюсь прокачиваться прям. Бля, доспехи-то свои не улучшаю. А уровень растет. Ну, Гермип, берегись. Первая награда. Так, Гермипу. И он подсказочку мне дал на вот эту. 4 из 5. Так, мудрец-лазучик. Мудрец зовется тенью. Мудрец ожидает на Агоре. Мудреца называют Нюктой. Нюкта. Ну...
И что его называют Нюктой. Так, а там... Ну, ты подойди, узнай, что это было. Не хочешь узнать, что это было? Чё ж ты такой нерешительный-то, блин? Вот мне пришлось самому узнавать, подходить. Так, тут крепость, что ли, какая-то? 53-й идет с синим луком. Да? Нахер ты мне с синим луком-то нужен, ёптать? Фиолетовый хоть какой-нибудь возьми, шматьё с собой. Синелуковый. Синяя луковица, блядь. Что мне с синего лука стекла мало дадут? С фиолетового-то больше. Ну вот он уже, блядь, здесь. Ну давай, пообщаемся. Сдохнуть, что тебе делать? Кэрри, тебе чем-то помочь? Выслушай меня. Я бедный афинянин, и мне нужна помощь. А ты вроде человек решительный. Легко. Мне все по силам. Поверь, что тебе нужно? Ты слишком добр ко мне, Мистей. Может, это и глупо, но я хочу стать софистом, как великий Фросимах. Или даже величайший Протагор. Помните о том, что я был нищим. Отлично. Ясно. И что мешает? Бабла дать? У меня нет денег на уроки. Уверен, я стану хорошим софистом. А раз уж ты в Афинах, сами боги хотят, чтобы у меня были драки. О, как ты развернул-то, да? На, полтинничек. Чтобы я дал тебе денег. Полтинничек тебе. Да. Любые деньги будут кстати. На. Это тебе. Надеюсь, хватит. Хватит тебе бабла. Так, тут. А, так это другой наемник там был. Это был другой наемник там, оказывается. Ничего себе. Так, тут еще два задания. Принц, это хуйня. Ну, погнали тогда сюда. Пусть наемничек за мной побегает. Этот белый дом, я его еще не бомбанул случайно. Опа, если заметят, я его еще не бомбанул. А это ж не порядок, да? А там вон кузнец еще, тем более. Так, сколько надо сокровища, припасы и позавалить всех, да? Сокровища я нашел, а припас... А это что за сокровище? Там-то что еще за сокровище? Почему двое сокровищ? А вот припасы нашел. Или там другие сокровища какие-то. Так, заметят, не заметят. Похуй, пошли драться.
Это вон тот, что ли, лучник в меня стреляет, да? А я и не сбегаю. Бич Афин. Да нет, это я тебя найду. Ты как-то туповато маленечко, если честно, для наемника. Где ты там прячешься? Да гора, ёптать. Уголек. Да горает уголек, чтоб никто не уволок. Шо там, блядь, чё, вороны какие-то? Так, а я... Погодь, я же тут... Что ты... А, вон сокровище. Вот сокровище где-то здесь. Ну ладно, тут. Тут кореш. Рыба. Да кто им придумывает-то такие эти? Рыба там, блядь. Нифиг рыба. Повержен. Повержен. Нифиг рыба. Что ты, блядь? Не можешь залезть, что ли? Хуй ты тут скукожился, блядь. Ёптыть. А вот сюда надо, чтоб тебе. А здесь просто сокровища, да? Ну ладно. Просто сокровища нам тоже пригодятся. Все, у вас наемники закончились. Алкивиад, я смотрю, тебе весело. Хвала богам! Они увидели, как я красив, и прислали мне достойную пару. Да ты что? Пьян хуже, чем обычно. Ну, прости меня. Ночью я люблю дойти до состояния, когда приятно общаться с зеркалом. Ты в настроении. Хорошо погулял? Других не бывает. Но есть одна проблема.
Одному важному политику надо вернуться домой. Но видят боги, я ему не поводырь. Я помогу ему добраться. Давай, да. Дело пустяковое, но, может, тебе придется его нести. Счастливчик. Попробую довести его до дома, пока он в сознании. Чудесно. Отведи его к северу от Пирейского порта. Его дом где-то там. Пошли попиндозь. Ой, ёптать, давай-ка Фобоса мы призовем. Стой. Разойдись по сторонам, огненный конь скачет. Сыга, ты еще поешь? Морда пьяная. Здесь бдительные стражники. Ну и ладно. Эй, зачем мы сюда идем? Домой тебя везу, ёптать. Алкашня. Чё, блядь? А чё я, кстати, это? Блядь, меня опять этот толкевят подъебал, что ли, или чё? Так, чё, кузнечик? Чем могу помочь? Вот так, мне уже меньше 2000 осталось стекла, да? Блять. Этот стеклом не барыжит. Беда, печаль. Что-то алкивят какой-то скользкий типок. Скользкий. Все что-то какую-то меня хуйню тут под... Теперь Сократ, ебать. Че надо? Славная лошадь, Сократ. Очень славная. Здоровая. А еще... И кто ж ее украл? Мне придется сообщить страже, Сократ. Ведь это долг гражданина, так? О, отлично. Но ты уверен, что не поторопился с выводом? Это шутка. Вопрос вот в чем. Есть ли в шутке доля правды? И изменишь ли ты мнение, услышав историю целиком? Что за история? Человек, который украл эту лошадь, здесь, неподалеку. Я еще думаю, как следует поступить, но хотел бы узнать твое мнение. И как мне принять решение? Ты волен решать сам, но сначала поговори с вором. Можно ли простить преступника? Занимательный вопрос. И где сейчас вор? Ждет у конюшни к юго-западу отсюда. Ты видел, как он крадет лошадь? Что мешает ему сбежать?
надежда оставить ее себе. Дело за тобой. Он все расскажет. Пойдем поговорим. Че хули тут? То есть. О, еще чуть Юда бежит. Так я не усложняю. Или что-то. Парш из наемников. Сука, вы когда стекло с собой носить начнете, а? Задолбались с этими драгоценными камнями, блядь, бегаете и бегаете. Чё за херня-то? Как же, сука, ты далеко спрятался, так конократ херов. Поближе не мог, что ли, укрыться? Чё ты, блядь? Ты украл лошадь. Сократ послал меня к тебе. Сперва поймали, теперь еще и Мистий. Поверь, я лучше, чем афинский стражник. Что-нибудь скажешь? Хозяин лошади не расстроится. У него их полно, а моя сдохла на той неделе. Были бы у меня деньги, я бы купил, конечно. Зачем тебе лошадь? Оставишь лошадь себе или продашь? Я должен кормить семью, и лошадь пригодится в хозяйстве. К тому же без нее далеко не уедешь. Другого выхода нет? Увы, я в тупике. Поверь, я стыжусь этой кражи. Почему ты выбрал именно эту лошадь? Ее было легче украсть. Других причин нету. Ну, и я не хотел брать лучшую. Благородный вор? Я украл не просто так. У меня не было выбора. Я узнал достаточно, чтобы сделать выбор. Прошу, не суди строго. Ради семьи ты поступил бы так же. Да не очкуй, все нормально, я, блядь. Вон ради семьи тут людям бошки отрубаю. Так же бегаю тут, пизжу. Краду. Сейчас, подожди, там. А он не ко мне навстречу бежит. Ну или ко мне навстречу бежит, но. Медленно очень бежит, так что. Ну чё, ну чё, хочет мужик жрать. Бабла нету, спиздил. Чё делать? Чё делать? Конечно, это неправильно. Конечно, это неправильно. Ну. Ты решил, что должен сделать? Если вору лошадь нужнее, пусть оставит ее себе. Это справедливо. Ты полагаешь, что преступника можно наказать или наградить в зависимости от обстоятельств? Весьма занятно, но такой ход мыслей может быть опасен. Интересно, мое решение вообще что-то значит? Или ты просто проверял, как я поступлю? Возможно, и то, и другое, а возможно, ни то, ни другое. Ты нарочно путаешь меня. Ответь на один вопрос. Если человек убивает другого, чтобы спасти многих, это справедливо? Или его нужно покарать? Если намерения были благие, значит, он прав. Значит, в такие времена суд вершат люди вроде нас. Многие скажут, что убийца должен быть наказан. Те, кого он спас, не согласятся с этим. Тогда решения, которые направлены на благо людей, правильны. Согласен? Может, хватит? Нет времени болтать. Само собой, это непозволительная роскошь. А те, у кого есть время, нередко страдают от недостатка ума. Да-да. Куда наемник-то? А, вон вроде. Навстречу мне бежит, нет?
этот дуралей. Как-то он медленно бежит. Ебать, да я состарюсь, пока он меня догонит. Так-с. Здесь что такое? Торговая. Обалдеть. Кто-то только что подписался. Ну, в любом случае, я тебя приветствую. Я хоть сейчас не стрим веду. И все равно приятно. Капитан, заборы сокровища, да? Все легко и просто. Так, а есть какие-нибудь тут нычки у вас? Ничего нет? Лады, погнали. Поищу укрытие. Да не надо нам, не надо. Нам укрытие. Он такой не понял, что произошло, да? Оп. Оп. Конец. Заплачу, заплачу. Если поймаете. Пока идите нахер. Вот он, красавчик. Давай сюда. Хера я его подбросил. В облака прям. В облака прям. А, тут еще идет какой-то. Ну. Пусть идет. Подожди, а сколько я уже тут... Я еще в С2 не перешел ранг. Электрион петух. Или петух. Ранг 5. Чё, он 5 ранга? Он 5 ранга? Ебать, я в ранге С1. Короче, тут наемников всех хер поубиваешь. Я думал, у них тут какое-то количество будет ограниченное. А их тут, блять... Мама, не горюй этих наемничков. Так, подожди, я в доме Соломона уже что-нибудь воровал, нет? Тут, наверное, там и нечего воровать-то.
не показывает, что задания какие-то есть. Ну, там типа что-то воровать надо еще. Значит, не будем воровать. Зачем их просто убивать? А, ну, в принципе, можно было их убить просто ради лута. Пробуй эти. Опять ты, что ли? Да ёб твою ж дивизию. Всегда появляешься, когда мне нужна твоя помощь. Да, блядь. Не было бы квестов, я б не появлялся, задолбал, блядь. Которого я провожал. Возникли сложности. Ужасно. Но я рад, что ты жив. Да, к счастью, мы оба остались живы. О, ясно. Спасибо, что сказал. Ты разочарован? Нет, я восхищен тем, что ты сумел его защитить. Ты говорил, тебе что-то надо. Что, сразу быка за рога? Но ладно, все просто. А чё? Есть одна вещь, она дорогая. Не тебя ж за яйца, ёптать. Принеси мне её. Ну давай, принесу я тебе эту вещь. Что тебе нужно? Это Алисп. Увидев его на земле, чё за Алисп? Он вряд ли нагнулся бы, чтобы его поднять. Но да. Мне он очень дорог, и я хотел его вернуть. Мне казалось, ты не из тех, кого волнуют такие вещи. Мое прекрасное лицо и светлые локоны — это всего лишь фасад. И чё? Ну как же. Все забывают, что я сирота. Перикл не мой отец. Я тоже потерял свою семью. Это нас роднит. Ты тоже многое скрываешь, наемник. О чем это я? Я принесу тебе Алисп. Возможно, эта женщина не захочет его отдавать. Назло мне. Попробуй забрать его незаметно и возвращайся. Ее дом на востоке. Не бойся, скоро ты его получишь. Он каменный. По-своему неплохо. Да, он у тебя в руках. Это он. Он не такой формы, как я помню. И намного длиннее. Ей будет его не хватать. Так он не был твоим, да? Я его украл. Это не просто Алис. Это семейная реликвия и подспорье мужа. Теперь он будет больше заниматься любовью и меньше торговлей. Думаю, это придется ей по вкусу. Значит, он был дорог, но не тебе. Важно только одно. Ты принес Алисп и тем самым очень мне помог. И что дальше? Ну как, рука руку моет, верно? В конце концов, ты мне никогда не отказываешь. Показать тебе, какая чудесная штука этот Алисп. Себе нахуй покажи. Ты не так понял. И на этот раз я тебе откажу. Я это заслужил. Это точно. Доллар белобрысая. Ну все, сука, опыт. Уровень апнул. Так, что давай? Да, блядь, здесь опять квест какой-то через границу. Сука, да вы когда закончитесь-то, а? Сколько у вас тут? Давай до кузнеца добежим. Может, у него стеклышко есть. За эти квесты... Надо это, по доске объявлений пошариться, там, по крайней мере, эти, стекло, по крайней мере, дают за них. Или, подожди, ли я у этого кузнеца уже был, он стеклом не торгует. Ладно, еще раз забегу. По-моему, да, он, по-моему, стеклом-то не торгует. Стеклом торгуешь? Оба, отлично. Отлично. Приходи еще. Так, сколько мне еще-то вообще надо стекла? А, так, 3800, 1600 стекла надо еще. Ёпарсоте, блядь. Так, ну железо, дерево я набрал, а и 3800 стекла надо, ёпа мать.
Так, ладно, способности у меня что-нибудь про убийцу тут есть. Хотя мне тут из убийцы-то зачем? Все тут. Удерживайте, чтобы приручить животное. Не больше одного зверя за раз, да? Так, а что такое? Так. Ай, ладно, пока это. Пока. Что-то задолбался. Так, я ж по доске объявлений хотел пойти. Так, очистить. Давай-ка мы снизу посмотрим, что у нас есть. Так, эти. Тут непонятно, что дается за это. Так. Парадокс дурака. Какой эриманский вепрь? Так, Элиди эриманских предгорий. Критский бык. Киренейская лань. Гиена. Волк. Ликаон. Серебряная жила. Почитатель родословный. Делосский союз. Глаза космоса. Герои культа. Боги Гейского моря. Так, это... Что-то надо нахуй закрыть. А здесь свернуть нельзя, да? Так, кровавые деньги. Разграбляйте афинские сундуки с казной по всей Греции. Ну, это как бы это... Это не то. Так. Всего глоточек вы видели. Врата. Это артефакты. Улучшить копье. Старые раны. Вот. Нанести удар ослабевшим. В регионе Коринфия. Вот. Регион Коринфия. Ослабить давай. Так, где Коринфия? Коринфия. Погнали. Погнали нах. Так, стоп. Вот так. Там стеклышко дают за это. Сейчас пока все квесты, наверное, сделаю со стеклом, и как раз заебись наберется. Ну, плюс еще лут. Лут. Который можно будет дропнуть с убитых. Буду осторожен. А он в крепости сидит, предводитель, да? Слушай, так если это крепость, это вообще огонь. Тут же капец, сейчас бойню я устрою. Это же прям сейчас... Блять. Лезть не хочет. Стоять. О, там кузнец есть. Так, знаешь, что я сейчас сделаю сперва? Я сперва сейчас схожу к кузнецу. Я сперва к кузнецу схожу. Куплю у него. Точнее, посмотрю, есть ли у него. О, наемник идет, ебать его.
Это хорошо, значит, сперва наемника убьем. Кузнец, где ты тут? Эй! Алло, Лёша. Там не сдох еще. Чё? Какая? В смысле десинхрат? Эх. Собака ты серая. Я что-то за своим ХП даже не смотрел. А где кузнеца-то я видел, блять, орел летал же, у меня кузнеца где-то видел. А, птичка, птичка. А, вон, ёпта, да, 500 метров. Ах ты ж, ёпты ж, ну что ж. По-другому-то тут никак, погнали. На нахуй. Без палева подошел такой, оп. Мидея упоротая какая-то. Еще, блядь. Так ты не Медея, ёптыть. А, ты петух. О, я ж там петуха-то этого разглядывал. Чё, блядь, курица на меня напала. Супер просто, блядь. Это курятина, блять, напала на меня какая-то. Че у тебя броня широкая?
А, они сейчас подмогу вызовут. Они сейчас подмогу вызовут, да? Отлично. Короче, фарм. Фарм пошел по полной. Все. О, все, у меня уровень опасности 5, наконец-то. Дожил, ёптать, дождался. Когда же мне 5 уровень опасности-то сделают? Колбу член приделать. Блин, чё тут? Чё-то как-то мало я лутанулся, бля. Громадная башня. Ну ладно. Лег, отдохни и послушай, что я скажу. Вот и все. Я устал, я ухожу. Ну, блядь, мне сейчас точно на войну придется идти. Ну что тут я уже жестко нарубил этих, блядь. А как забраться сюда? Тут есть где? А, вот лестница. Жестко прям нарубил. Сундук с казной. Опа! Стекла-то сколько сразу подсыпало. Подсыпало, поднасыпало. Ну, нельзя, нельзя, и чё? На, ёптать. Сходи, блядь, пожалуйся. Предводителю своему. А, ты не сможешь, он мертвый. Я его убил. С этой стороны вход. Нет, не с этой. Все, и наемники, смотри-ка, отстали, да? О, с тебя-то я не лутанулся. Как-то так. Регион уязвим. Вот еще 109 стекла. Отлично, нихуя себе стекла нафармил. И сражение доступно, да?
То есть мне сейчас как раз надо сходить на войну, чтоб отмыться, и все, огонь будет, да? Так, а где тут война у нас ближайшая? Так, о, стекольцо. Тут 65 уровня наемник, нет, я слабоват против него. Так, окей. Погнали, конечно, воевать, ептать. А, я же в это, в зоне, недоступной для перемещений. Погнали, погнали воевать. Ну, то есть мне примерно уже 1000 остается набрать. 1000. Я сейчас вот квестик сделал. Вот квестик сделал, блядь, 500 стекла набил. А я голову себе грею. Где, блин? Чё достать? Где у нас война? В Коринфии. Так, а чё, за кого бабла тут дают? Ну, то есть не две шмотки, да? А тут один элемент эпического снаряжения. И к этим ближе бежать. Давай, мне-то похеру. Сколько можно за Спарту драться? Давай-ка за Афин подеремся. Держусь. Я держусь подальше отсюда. Давай. Сейчас же там против нас выйдут эти. Какой-нибудь крутой там. Так, блять. Давай, иди. Я на свободе. Спасибо тебе за доброту. Ты на свободе. Пожалуйста. Чё, блядь? Хуй тебе. Ты чё, козлина, я его только освободил. А ты его убить хочешь? О, еще и стекла по дороге нашел, отлично. Че, давай. Пошли. Тут же какой-то грозный боец нам попадется, да?
Или пузик с отвали. Гармония чувствительная. Я не хочу поле боя покидать. Я хочу отпиздить. Где командиры-то ваши, ёб твою? Двадцать девять стекла всего. Ну ладно, зато отмылся по полной, да? Так, давай тогда следующее задание смотреть. Быстрый как ветер это. Вкус плоти. Спарта. Афинских лучников. Убейте афинских лучников в регионе Аттика. Вкус плоти. Его, да. Убейте последователя Ареса в... А где их взять, блядь? Так, убейте афинских лучников в регионе Аттика. И регион Аттика. Лучников афинских надо убить. Аттика здесь. Что здесь, блядь? Нету афинских лучников больше, что ли, ёптать? Как так-то? Куда они делись?
Блять, пошли искать афинских лучников. Трех всего убить-то надо, лучников афинских. Потом 5 спартанских этих потопить. Сколько ты меня опять куда-нибудь отправишь? У меня. Спартанцы уже должны знать о случившемся. Они не рады, но ты можешь расстроить их еще больше. Могу. Что для этого нужно? Впечатляюще, Мистей. Я спартанец. Да, как скажешь. Кажется, наш флот атакуют. Нужно направить войска на выручку. Мне снова нужно устранить спартанских командиров. На воде, что ли? Мне пора. Последняя просьба. Все. Все, это на... Все, последняя просьба и все, что ли, да? Че, серьезно, все? Обалдеть, я даже не верю, что это может быть все. Так, боязнь стегрел. Мы не можем игнорировать вражеских лучников, они слишком искусны. Нужно избавиться от них как можно скорее. Предводитель региона острова пиратов. Убейте афинских лучников в регионе Аттика. Так. Откуда бы начать-то, ёптать? Откуда бы начать? А, ну, давай-ка мы к кузнецу. Начнем с того, что побежим к кузнецу. Не, надо просто кому-то в дом вломиться, в хату в какую-нибудь. Ох ты ж. В жаровню прям. Ну, сперва мне нужно найти афинских. Лучников. А потом уже их прикончить. Блин, это снова ты, что ли? Я что-то как к тебе и прихожу, что ли, да, за стеклом? А у тебя сейчас нету стекла. Так, это... Точно. Об этом все говорят. Командир еще ни разу не проиграл. Точно? Еще я слышал, что он не убил ни одного человека. Он только ранен. Да? Если это правда, нам повезло, что иди с глаз долой. Как ты это делаешь?
Простите, мне просто нужно было лучника убить. О. И наемничек сразу. Тут как тут, да? Так, одного я нашел лучника. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. А лучники у вас есть? А? Пацаны, у вас лучники есть? Нету, блять, а чё я с вами тут драться-то буду? Блин, у вас лучников нету. Чё вы на меня нападаете-то? Придурки. Чё, тут что-нибудь новое появилось? Давай в стороночку отойдем. Иди сюда. Там людей не затронуть. Вот и все. А, еще, блять. Иди сюда. А может на стене будут афинские лучники находиться? Типа стражи же охранять должны. О, вон я вижу. Отлично. Какой я придумал хороший план-то. Здесь опасно. По добыче. По фарм лучников. Заметят. Да что ты, кто ж? Кто у нас тут может заметить? Ты чё?
Мы же сами на них охотимся. Так, вон там. Но это не лучник. Не... А, вон лучник стоит. На нахуй. Все. Можно уходить. Так, можно уходить. Теперь можно задание. Так, вкус плоти. Блять, а где последователи аресов Мегарида? Очистить моря. Спартанских крепостях. Подожди, может мне эту крепость-то еще сейчас и разнести придется, да? Подожди, это спартанская? А, не, это шафинская залупа. Не, не тогда. Тогда мне туда не надо. Тогда мы сейчас пойдем у... Три термы уматывать. Так, где мой кораблик? Вот сейчас мы будем спартанские три термы. Так, теперь только надо понять, что является спартанской три термой. Ну, как обычно, блядь. Нужно тебе спартанцев, а одни, блядь, афины. Нужны пираты. Все, блядь, плавают. Груз не трогай, там скотина. Все. Так, мне надо просто курс проложить. Так, Наксос. А, ну тут если я за Афины пойду, то я буду. Давай мы вот на кузницу Гефеста будем курс держать. Не, ну просто спартанскую-то шаланду я найду, а вот что из них там трирема. Где? А, вот, подобрали. Даже железяки обычные. О, нашел спартанцев. Окей. Шо, блядь, пираты, пошли нахуй. Мне, блядь, не до вас, нахуй. Так, это просто трирема или нет? Ну, мне вот просто интересно, сука. На нахуй. Лоб в лоб, блядь. Ладно, давай тогда абордажнём.
Воу-воу-воу. Гады. Как его отличить, Трирем? Надо их как-то научиться отличать, чтобы не тратить в холостую свое время. Но это была не Трирема. Ух ты, а что у вас тут так много-то сразу стало? Может, вот эта вот херня Трирема называется? Еще и шторм начался. Супер. Давай посмотрим, чей таран поэффективней. Пошли драться. Везде промазал, где мог. Ебаный в рот, это тоже не Трирема. Пираты еще на нас подрядились, да? Почему Икар недоступен? Бой идет. Блять, он не опознает их. Сука, как понять, что это Трирема такое?
О, куда он делся? Он вроде... Что-то чувствую, прям долго буду я эти искать. Три ремы. Может, трирема это которая вот с двумя вот сундуками, вот такая вот беда, блядь. Которая с двумя сундуками. И как мне? Да поплыли, ёптать. Съебываем. Они не могут грести быстрее. Убрать пару.
Вот это, наверное, трирема. О, да. Так, это первая трирема. Все, я вспомнил, как они выглядят. Теперь можно дальше плыть, охотиться на них. Стоит, стоит. Он, по-моему, там трирема и плывет. Вон та вон. А, не. А, мне нужны, короче, вот эти с квадратным парусом. Треугольный парус это не то. Ну как квадратный, вот это, блядь. Вот это с таким парусом мне вот нужно. Двойной парус это тоже уже не та получается. Вот, а у меня сейчас получается тоже я на триреме плаваю. Так, давай сохранимся. Сейчас сразу бой начнется. Все. Сваливаем. Надо маленько отойти. Ничего страшного. Кабардажик, кабардажик.
Так, три завалили. Еще две надо найти. Так, ну тут пираты остались, а там... Не, вон там тоже. И это то, что нам надо. Правда, их трое. Ну, а что поделаешь? Мне некогда возиться. Уплываем. Вы мне мелкие не нужны, пошли нахер. Мне нужны другие парусники. Мне бы сейчас еще наемницу бы какую-нибудь тут. Наемника бы какого-нибудь тут найти. Было бы вообще отлично. Так, а в какие степи я плыву-то? Ну, в принципе, куда-то. Оху. Похеру. Вон она, все, финальная трирема. Отлично. Ну да. С таким арсеналом-то и мощью. Еще бы не выжить. И 142 тысячи опыта. Ну, блядь. Зачем так много-то, ё-моё. Зачем так много-то опыта? 2900. Предводитель региона Аттика. Так, карта. Убейте последователя РС в регионе Мегарида. Мегарида. Вот здесь, да? Где я тут вас должен найти, сука? Мегарида.
А нахуй, блять, зачем я это взял? Мне ж надо в Мегариде этих культистов убить. Кузнечик, вот. Вот есть кузнечик, например. Пойдем к нему сходим. Посмотрим, что у него тут есть. Подожди, ты на меня охотишься, красный шлем? А, 54, 54 уровень нормальный тогда. Вам не кажется нечестно вдвоем нападать на одного? Какая-то еще мания гонимая, блядь. Ебать, еще какой-то там попиндозник, блядь. Хоть на войну иди снова. Я, блядь, всего лишь до кузнеца хотел дойти. А они на меня напали. Втроем, между прочим. Втроем. Друг за другом, суки. Набросились. Хоть эти сидят, не шелохнутся. Че тут? Сокровища какие-то, что ли? Че там за дом такой с сокровищами? Так, в первую очередь я хочу у тебя купить стекло. О, заебись. Продаешь. Теперь я хочу продать все говнище. Бывает. Какой ты уровень? 81-й, обойдж. Рано, дядя, рано, ёптать. 81-й уровень, ты чё, дурачок? Так. Где вот тут последователь Ареса найти в Мегариде? Давай к горам пойдём, ёптать, может. В горах, может, найдём кого. А, подожди, вот эта херня, это типа бабла там надо будет дать, да? Это же обычно, которые такие стоят им. Типа там бабла надо просто отвалить. А они опыта отвалят, да? Кайре, друг, нужна ли тебе помощь наемника? Я тебя узнал. По мне, может, и незаметно, но благодаря тебе я разбогател. А, он сейчас типа скажет, что это... Сейчас ты же мне бабла дашь, да? Прости за грубость, но богатым ты не выглядишь. Потому что афиняне отняли у меня все. А потом пришли спартанцы.
О чем это ты? Афиняне лишили меня денег и дома перед самым приходом спартанцев в Мегариду. Но благодаря тебе их силы почти разбиты. Самое время вернуть свое. Я должен отнять это у афинян. Все просто. Главное, не повреди. Ладно, я берусь. Вся надежда только на тебя, Мистий. Вернусь, когда закончу. Ну... А чё бы не так тут? Так, подожди, давай мы нахуй. Скрыть завершенные. Уже волки сожрали ее, кстати. Вернусь к попрошайке, когда культистов найду. А ты спал тут. Да. Так, а я в Мегаре еще или в Мегариде? Ну да, это Мегарида, тут заебись. Давай по достопримечательностям прогуляемся. Ай, блядь, не то. Не ту кнопку нажал. Здесь случайно культистов не было? Подожди, вспомнить надо. Подожди, не было там культистов, они это. Они ж на полянках обычно обитают. Ну вот, ну и чё, я прибежал к достопримечательности, и что, блядь, здесь? Хоть бы чё-нибудь это там, с чем-нибудь повзаимодействовать. О, может, вот здесь будут культисты? Повзаимодействовать бы. Не стоит здесь оставаться. Похуй.
Нет. Не культисты. Потерял. Что, блядь, за их убийство, в принципе, 100-150 стекла дадут. Только надо найти этих культистов, культуристов, блядь. О, подожди-ка. О, тут спартанский лагерь. И тут есть кузнец, который, возможно, стеклом торгует. Нет. Не торгует. Туда хоть спиздить. Вот и 55 уровень, аллилуйя, блять. О, вон это культисты. Это культисты, заебись, нашел. А почему у меня этот? Это не те культисты, что ли, блять? А, это те, слушай, те были. Отлично, удачно, я сюда пришел. Ну, правда, только 100 стекла за них получил, ну, хуй с ними. Все приятней. Ну, я, в принципе, так и планировал, что примерно у меня 55 уровень будет, когда я накоплю на корабль. Блять, я еще в Мегариде. Или это уже... А, это я уже за пределы Мегарида выбираюсь. Так. Где этот пиндозник? К попрошайке вернуться мне надо. Так, ну что, я задание выполнил, может какие-нибудь обновятся там на стекло, что-нибудь. Так, нет, 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 спасибо, блядь, ничего не то, все не то.
виноват и ты. Дело сделано. Это твое. Спасибо за все. Хоть тут и немного, это твое. Рад помочь. Так, давай-ка мы 3200. Мне осталось на 600. 600. Даже чуть поменьше. 600 штук купить. Тогда мы сделаем следующее. Так, а в Мегариде нету кузнеца, что ли? Ё-моё. Как так-то, блядь? Как так-то у вас кузнеца нету? Чё за бред? Похуй. Так, а тут... А, нет, вот есть. Так, давай мы к тебе еще разок сгоняем. Пятьдесят седьмой уровень. Доходяга 57 уровня. Пестицида. А, пестида просто. На. Клинок в твое пузо поможет пламя потушить. Что у тебя? Стекла не появилось, да? Бывает, ёптать. Жмёте стекло. Так, сюда просто. Телепортить неоткуда. Сюда просто неоткуда телепортить.
Ну. Ага, у тебя хороший вкус. Да вы еще бы. Еще бы у тебя было то, что мне нужно. Сыпца. Приду обязательно, когда понадобишься. Лишь бы не заметили. Лишь бы не заметили, это точно. То заметят, всех убивать придется. Кровище, кишок будет полно. Если что, обращайся. О, за яйца. 3618 маленечко остается. Всегда рады. Отлично. Потом я как шестерочка побегаю. Опа, нужно ослабить финское войско в вражеском регионе пока. Отлично. Влияние в Греции, чудесно. Ожесточенная война. Вот, отлично. Так. Отлично, отлично. Так, задание. Па-па-па-па-па-па. Выиграть битвы. На стороне Афин сражаясь, да? Красная. Спартанских солдат по всей Греции. И... Афинских солдат в регионе Аттика. Окей. Так, это... Аттика, и мне нужно убивать здесь афинских солдат. А соответственно, ничего лучше нету, чем... Чем... Ничего лучше нету, чем... Просто сейчас нахуй всех будем... Афинских, спартанских, нахуй, пиздить сейчас все будем. Порт Пирея, соебись, сгодится. Кто вы тут, афинские солдаты или, блядь, не афинские? А? Алло. Вот, вы афинские, заебись. А вы мне как раз и нужны, Отлично, ёптать. Пятерых положили уже, афинских. Пять афинских.
чудаков положили. Сейчас еще найдем. А, четырех только. А я что-то думал, пятерых положил. Как это так? Агора. Так, вы афинские тут, нет? Афинский, заебись. Не, не сегодня. Сука, вообще общит все, блядь, от этого лось. Ветти музыкант. А иди нахуй. Мне теперь нужны спартанские солдаты. Так, а спартанские мне нужны. По всей Греции, да? Убивать надо. Так, спартанские. Акрокаринф, по-моему, вот тут. Спартанские сидели солдаты. Так, это я на тебя смотрю. Ну, примерно, да? Или на тебя? Блять, надо метку поставить. А нет, вот все правильно. Хотя нет, там что-то синее. Это афинские солдаты, значит нет. Не туда. Слушай, а если где-нибудь на войну сейчас пойти? Вот, есть война здесь, да? Ну, туда. А вот, вот здесь есть. За Афин. Я же буду спартанских солдат на войне убивать, да? Я сразу войну сделаю. Одну. И попробую. Ну, по крайней мере, мне войну все равно надо выполнять. А, или просто в лагерь там спартанский залететь и перепиздить всех. Да? Ну, мне один хер воевать надо.
Мне один хер надо воевать. Ну, должна же война в зачет пойти. Будет, будет, не переживай. Yeah.
Ну давай еще одного какого-нибудь командирчика дайте. Есть, нету. Все, что ли, всех командиров убил? Что за бред-то, блядь, не может такого быть. Пеналочку. Опа, засчитали, кстати, войну. Войну засчитали, заебись. Угу. 3900. Корабль, сколько бабла надо на тебя? 12 тысяч, да? Снаряжение. 12 тысяч заработать. Все. Вот еще война, да? Сейчас как раз вторую войну выполню. И... Ну... 12 тысяч, наверное, вряд ли там сейчас заработается. Да хер его знает. Хер его знает, да? Yeah.
Да ебаный, блядь. Да, бабла-то, конечно, не густо дали, но зато две выполнил миссии. Кончена война. Что тут еще? Собрать нечего, да? Сколько? 78. А на корабль сколько надо? О, хватает, заебись. Ну все, финальный делаем, корпус. Да, я тебя и хотел такую. Все, теперь можно будет и улучшением заняться своих шмоток. Но это уже будет в следующей серии. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.